Дебильный садик, деткам в обед нужно спать, задолбали уже. Вставай, собирайся, за тобой мама пришла. О, пока, дурачки-неудачники. Неправда. Мама, почему ты меня так рано сегодня забираешь? А я тебя сейчас в другой садик отведу, тебе же этот не нравится. Ага, тут спать нужно, и воспитательница дебильная. А в том садике, куда ты меня ведешь, не нужно будет спать? Конечно, не нужно будет. Ну все, заходи, смотри, я пошла, пока-пока. Слава богу. Блин, уже темнеет на улице, что-то мамы долго нету. Мальчик, а когда из этого садика можно будет уходить? Ты что, дурак, что ли? Какой садик? Это детский дом. 18 лет исполнится, и сможешь уйти. Чего? В смысле? А, это, наверное, пранк такой. А то зачем меня сдавать в детдом? Я же всего лишь накормил младшего брата кремом для рук, спустил на Валерку алабая и раза три поджег и взорвал дом.